Так, все, мы продолжаем. Еще один появился откуда-то. Накакать на него, давайте, пошлите. Поедем, точнее. Там алмазики есть, но нам... У нас вон 400к. 400 тысяч. Так, ну все, началось у меня опять. Это радио Свободный Керат. Сигнал не остановить. А вы слышали про пещеру, где Нур устраивает свои междусобойчики? Вообще, междусобойчиком что угодно можно назвать. Но я сейчас не про поход с друзьями в чайный домик. Слушайте, что творится, это та еще жесть. Я без предрассудков, еще бы. Я же веду программу на Свободном Радио, да еще и даром. Но это уже как-то чересчур. Не понимаю я всяких извращенцев. Слушайте, мне это нравится. Я делаю, что нужно, говорю спасибо и продолжаю. Заткнись уже, сука, но... ты меня бесишь. Дай сказать, тварь. Чё-то какая-то неудачная серия у нас получилась. Ну, в том плане, что лаги непонятные. Ну, сами посмотрите, 9-10. Попал же, сука. Псы сраные. Калаша не хочешь? Тупые шавки. Так. Сами видели восьмую и эту. 9-10 часть. Шикарно все было. Вообще изумительно просто. Так, где мне опыта? Чего не дают? Мы же дали. А сейчас какая-то срань. Вот так должно быть все гладко. Я еду сейчас. Сейчас событие кармы завершилось, все. Так, давай. Давай. Да ёб, ну чё за лаги, а? Самое главное не лаги, а именно зависания какие-то. Не понимаю, из-за чего это. Сука, у меня такое ощущение, как будто бы... Вот я смотрю процессор, да, вот он, ну, не перегружается, но я вижу это, да? Сука, ну, такое ощущение, как будто он реально там вырубается на время. Почему? Я говорю, такое ощущение. То есть, ну, я имею в виду, и вот судя по тому. Вот, допустим, я играю. Ты поосторожнее. Часть оружия может быть снята с предохранителей. Идиоты. Сто хп. Я ему сказал, думал, он меня убьет. Обезьянки. Ой, что это вообще? Заходи, рад уже ждать тебя. А, сын великого Махана. Сабал сказал, что ты готов узнать, Пахана чему или служил Махана? Твой отец. Махана. Ясно. Панашур, бог богов, создал мир песни. Благодарим его за это. Слава богам, дарующим жизнь. Возьми корзину подношений. Где тут взять? О, корзиночка. Карма. Чё? Свеча — это напоминание, что рост начинается со стремления выйти за рамки. Неуловимо, как ароматный дым благовоний, и ее так же легко развеять. Круто! Через
безмерные волны могут поглотить человека из шага. Подбахерная. Боги даруют нам мысль. Молитвенный барабан помогает очиститься от дурных мыслей. Прощай. Аджай, помнишь карту, что ты раздобыл? На ней монастырь. Солдаты армии приближаются к твоей позиции. Спрячьтесь, армия идет в атаку. Пулеметы поставьте и меня позовите. Все будет шикарно. Чего вы, я не знаю, устроили? Ой. 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 Подождите, а где мне магаз взять? У меня патронов мало. Ёпта, еще и закрыли. Офигеть. Тут боезапас где-то должен быть, да? Че, нет, что ли? Подождите, нам нужно глянуть. С4, как лечение, бросок, рукопашка, второй селектор оружия. Вот, С4, 9. Наверняка не быстрее, пожалуйста. Взорвать, установить. Ну, установить. Сойдет. Все, и наверх. Пулемет есть? Вот, чувак занял мой пулемет, козел. Стоп! А как взорвать? Армия короля! Стоять насмерть! Обнаружен враг! Ща, подожди, давайте бомбанем. Нет, как? Ща, давайте, идите сюда. Подождите. Они ломают статуи! Им нужен склад с оружием! О, чувак прикрывает вроде нормально, да? Они разрушают статуи. Да где статуи, ёп? А? Может там С4 установить или С4 как? Сука, самый маленький мешает мне. Напали на монахов! К дверям! Да вы офигели? А чё, монахи сами себя не смогут постоять? Где они напали? Вот там сами. Матч. Он завис. В башку ему всадил, офигеть. И это воин! Сука, хотел быстрое. Да чё не могу стрелять? Блюдки голимые. Чё за музыка из Сеги, ёп? Грену ловите, твари. Йо, нафига мультиубийство? Нормально. Так, кого тут надо еще? Уничтожить! Солдаты напали на склад с оружием! Нужна подмога! Чё? Какая подмога? Прикрой! Они пытаются взорвать двери!
какие двери, ёкарный мамай. Тут я не успею. Подождите, а у нас... Блях, ну как я успею? Ты чё стоишь? Иди он, блин, мочи там козлы в монастыре. Точнее, они ворвутся туда. Какое чудо, давай беги. Да не успеем нормально, даже сейчас ближний бой его возьму. Чё, привет, чувак. И пока. Сразу же, до свидания. Ща, погоди, дай патрон. Собирай, а ты ща, блин, сразу. Ну ладно, давай. С4. Ты спас нас. Ты прямо как отец, Аджай. Спасибо, Аджай. Спасибо, да, спасибо. Спасибо, да, все, до свидания. Рада тебя видеть, Аджай. Мне всегда рады видеть. А, точнее, вы меня всегда должны быть рады видеть. Стоимость пока дорого. А, не, недорого, подождите. Фига нам это, вот, навыки. Вот нам надо вот... Во, 4, да, а дальше будет что? Чё? Ну, неважно. Так. Угу, интересно. Если бы постоянные Амита, были, плюс 25, плюс 25 скидка. Может, теперь Сабал поймет, как важна разведка. Вот вот. Не будь у нас карты, мы бы потеряли важную точку. Спасибо, Аджай. Нормально, чё я хочу. Я даже особо не использую. Не использовал боеприпасы. Вот эти вот грены есть. Во, надо было вот так вот их. Круто. Так, все. Ой, что это? Л. И еще. А, нет, это. Компания. Что у нас сейчас по компании? Задание. Нет, это не компания. Где компания? Я хочу компанию хочу выполнить. А, подожди, а что мне сейчас тёлка сказала? А, мне ничего не сказала пока что. А, вот, наверное. Нет, это дополнительные. Так, странно. Ладно, давайте пока, подождите, спустимся, поищем здесь что-нибудь. А что тут искать-то? Подожди, вон там. Вот это можно? Нет, подожди. Стоп, а где тогда задание у нас? Компания у нас. Так, задание инъектор. Инъектор, это тоже не то. Я не понял, вы что мне без компашки оставили, а? Ребятки, не смешно со мной так шутить. Может, я просто не вижу? Может, тут что-нибудь? Вы. Я знаю, что это я. Подождите, может, все-таки туда надо? У меня в Far Cry 2 я так ее не прошел, да я чуть-чуть поиграл, потому что я не въехал, что делать. У меня было такое задание, наверное, каждый знает, кто играл. И, типа, нет ничего лучше... Такое задание называется прям так. Нет ничего лучше, как... выполнить какое-то там дополнительное задание, и все будет круто. Что-то типа того там, да? Вот. И... Так, этот монастырь был вырезан... 500 годов, что ли? 500 г, что такое? Именно здесь... Угу, круто. Вот, то есть я не понимал, что делать. То есть заданий и компаний не было. Просто дополнительные задания выполнял. Я их только не выполнял. Мне тошнило уже. Вот, ну не тошнило, он просто. Естественно, я не знал, что дальше делать. Пришлось, наверное, забросить игру. Так, а вот тут мне начинает пугать, что мне делать. Так, что нам делать? Монастырь, монастырь. Так это я понял, что это монастырь. А если...
Блин, подождите-ка. Так. Да ладно, небольшая высота-то. О, это кто, нахуй, да? А нам нахуй не нужны, по-моему. Приготовление. Як нам нужен. Нифига их тут, блин, с ума сойти. Но это не яки явно. Погнали, чё? Только куда погнали, я не знаю. Никого казнить. Слава Пейгану! Слава! Что это сказал сейчас? Если бы не ты. Если бы не ты. Если бы не я. А, да, так. Что же, друзья? Я так и не понял, куда нам идти. Объясните мне, пожалуйста. У нас даже задания толком нету. Может быть, конечно, нам нужно идти к одному из наших ребят. Чтобы задание выполнить. Ну вот, дополнительное задание. Здесь тоже выполните задание просто. То есть здесь не написано, что это дополнительное. Очень странно. Задание для Реджи. Речи. Слушайте. Надо потом на записи, я что-то разболтался, надо на записи послушать, что я... Что мне сказала тёлочка эта, которая мне звонила. Пока что все.